Такая тачка и такой ключ от Volkswagen. Ну и это, друзья, LaFerrari. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Я не знаю, что мне снимать надо будет после того, как я вернусь. Я не понимаю, как вы будете смотреть потом про BMW или про Mercedes. Всем привет еще в очередной раз. Приехали к интересным ребятам. У человека своя собственная коллекция машин, крутых. Хотим посмотреть, что это за машина. Да, видел. Это его тоже машина, да? Значок интересный, только он, наверное, не убирает. А может, и убирается. Интересно, где он это сделал. Мысли помойка вообще не нравится. Ну, то есть не нравится, просто вот для чего вот это, Rolls. Не совсем понятно. Ну окей, вот это красиво. Вася Басти, привет. Он любит эту машину. В идеальном состоянии, абсолютно. Красивый. Новый Фантом. Катались, знаем. Машина для дедушки. Я куплю себе, когда 50 лет будет. Пока не надо. Старикашка в очень хорошем состоянии. Тоже хорошая машина. Старый ГОСТ. Колян. Странное, конечно, сочетание цветов. Честно говоря, это пленка. И поэтому рябь идет такая, видите? Прям какая-то дешевая пленка, что ли. Не совсем понятно. Цвет зато классный в салоне. Мне был такой цвет. Надо было брать не черный салон. Я это сейчас понимаю. Идем дальше. Что это такое, не знаю. Объяснить не могу. Коллекция хорошая у него. Ну, как бы вот для чего эта вот машина нужна? Это наваливать по гоночному треку. То же самое. Вот у него СТО есть. И, судя по всему, купил он ее. Я знаю, у кого он ее купил. Получается, таких три машины есть в Дубае. Зеленая. Вот это салатовая. И еще есть синяя. Porsche Turbo S. Вот этот малыш вообще просто. Стоит тихонечко, спокойненько. Если надо, выебет многих здесь. Так. Ты пошел нахуй. Какая сена. Миш, ты видел сену? Просто. Сучка. Я бы себе взял такую, если бабки были. Просто сучка. Это не салон, это личная коллекция. Человек. 918-й. Очень понравилась машина. Будете смотреть тест. Ну вот она. За кем я охочусь? Это LaFerrari. По сути, чтобы вы понимали, LaFerrari это SF90. Просто они сначала, они так же, как на Lamborghini. Почему я Lamborghini Urus помойка называю? Потому что они на лохах сейчас деньги соберут. И вот следующая машина будет интересная. То есть они что сделали? Они взяли, сделали вот эту красотку, обкатали на ней технологию, она гибридная. И потом эту же технологию воткнули в SF90, понимаете? Да, понятно, здесь все очень жопа. Какая у нее жопа. Вот это интересно. Это P1. McLaren P1, который мы хотели снять и не сняли. Мы не нашли эту машину в доступе. Возможно, мы ее возьмем здесь и снимем. На этом я сегодня с утра гонял и рассекал вовсю. Тоже мнение свое расскажу. Тест мы сняли по ней. Ну, не знаю, в рыжем цвете странно, конечно, выглядит. Но сама по себе очень красивая машина. Но ездить на ней, ну, практически невозможно просто. Ну, и вот, наверное, две машины, ради которых мы приехали. А, вот это стоит от 5 до 6 миллионов долларов. Это Bugatti Diva. Сделано на базе Chiron. Миша вообще похер. Он тут, короче... Че, как у тебя игра идет? Вообще просто, ты посмотри, какая штука. Крутая.
Такие машины настоящие прям. Да. Я б тебя выебал. Прям по полной программе. Сучка. Это, кстати, та самая машина. Вот это очень серьезный аппарат. Я считаю эту машину просто произведением искусства. Во всех смыслах этого слова. Невероятный автомобиль. Посмотрим, получится у нас его снять или нет. Вопрос. Еще одна Элва. У него их тут две. Тоже P1. У него получается две машины P1. Вот она SF90. Mercedes. Еще осталось 4 машины. Такая тачка. И такой ключ. От Volkswagen. Блять. Вообще, кто это, блядь, придумал? Как это может стоить 11 миллионов? Вы что ли? Сука. Знаете что? Владельцу этой машины я сказал, что если я буду на ней ездить 100, то мне это не простят все люди, которые за мной наблюдают. И он сказал, окей, делай, что хочешь. Поэтому готовьтесь, друзья. А потом... Это вторая машина, которую мы будем снимать, ребята. Вы же ее просили. И она у нас будет в тесте. Знаете что? Она тоже получит по самой небалуй. Все, чему эту девочку научили, когда ее строили, она покажет. И это будет очень люто и очень серьезно. Сука, самое главное, делать это очень безопасно. Потому что эти деньги и эти машины не шутят вообще никогда. Ну, я не знаю, что мне снимать будет, надо будет после того, как я вернусь. Я не понимаю, как вы будете смотреть потом про BMW или про Мерседеса. Но я это сделаю. Ну и это, друзья, LaFerrari. Это третья машина, которую я тоже буду для вас снимать. И она тоже будет носиться на все бабки просто. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Знаете, в чем разница между этой машиной и SF90, которую мы будем снимать? Там V8 и электричка, а здесь V12 и электричка. И эта машина просто сумасшедшая, ну, по дизайну. Ну, посмотрим, какая она внутри. Кто она такая? Наконец-то мы с тобой встретились. Ну, ничего, мы с тобой познакомимся. Можете прям меня поздравить и поставить, я не знаю, лайки или какую-то реакцию, но я в шоке.